Всем привет! Вы на канале Лерахуэга. И сегодня мы приехали в город Акорунья. И что мы будем показывать? Вот такого красивого осьминога мы увидели. Смотри, какой он красивый, из маленьких кусочков плитки сложен. Осьминог из мозаики. Похоже на скамейку? Да. Здесь можно даже садиться. Точно, точно. Здесь кто-то полетит. Здесь очень красиво виден маяк Торре де Эркулес, маяк Геркулеса. Виден город, пляж вдали. Ва, я вижу все. Все видишь? Да, небольшой корабль. Наверное, рыболовное судно. И бескрайний океан. Очень красиво. Мама, иди сюда. Что мама, там? Вон там. Что ты увидела? Там, какой-то... Где можно заходить? Наверное, какой-то магазин вон там. Нет, там не магазин. Там вдали маяк стоит, видишь? На горе. Это аквариум. А внизу аквариум. Там, где мы рыбу смотрели. Ты помнишь, куда мы ходили? А, это аквариум. Аквариум. Где мы видели акулу. Вон там мы ехали, потом сюда приехали посмотреть. Здесь видно все. Вон чайка полетела. Полетела чайка. И смотри, какой океан большой, правда? Не, на голову не стоит залазить. Почему? Там высоко и скользко. А здесь вот, можно ходить? Соревнование проходит по гребле. Точно, вон буйки стоят. Это контролируют. Это, скорее всего, не рыболовное судно. Это может быть это какие-то... Да. Что? Соревнования по гребле проходят здесь. Видишь, сколько... Наверное, кто быстрее заплывет до линии. Да. И обратно. Они же эти уже развернулись, плывут обратно. А те еще сюда плывут. Эти медленно, а эти быстро. Каждое лето проводят. Да. Он, видишь, разворачивается. Понял? Да, но там их порядком человек. Сколько там? Вижу, вижу. Не слезешь уже? 3, 4, 5, 6. Ну, человек 7, наверное. Человек 7 в лодке одной. Ой, только аккуратненько. Там, наверное, щенок внутри. Там их три. Ну, там три. Вот там в этом. Угу. Там два. А там глубоко. Там очень глубоко.